Так, смотрите, давайте это сначала про формальности. Значит, про контрольную действительно она назначена на 19-е, ой, на 17-е, на 17-е. Вот она 17-е, это пятница, это значит через 2 недели. Смотрите, я предлагаю вот что сделать. У вас, то есть это значит, что контрольная будет во время семинара. Значит, у нас остается сегодняшний семинар и семинар следующего раза. Это так как-то совсем впритык, значит, я предлагаю сделать семинар, который займет контрольное 13 числа. Как вы на это смотрите? У вас по понедельникам, насколько я понял, ничего нету вроде бы толком, да? Но если в 10:30, то я думаю, ну как в прошлые разы мы делали, то я думаю, нормально будет, да. Ну, давайте на это ориентироваться. Еще подумаем, посмотрим в следующий раз, что мы успеем к следующему разу обсудить. Но чтобы успеть обсудить все, что нужно для контрольной, все-таки, скорее всего, это 13 число понадобится. Так. 13-е, да? 13-е. Да, 13. Но это только понедельник. Понедельник перед контрольной. То есть на той же неделе. Так, хорошо. Значит, давайте теперь к математике. Значит, домашку получилось сделать, нет? Но в 36-е, смотрите, говорю пока за себя, видимо, только, да. Но по поводу x квадрат плюс y квадрат, ну там, помните, случайная величина и тому подобное, я не досчитал. Вот я нашел косинус, да, вот и что-то ничему красивому там мне не сулило, я решил это как бы, ну что я буду заниматься Сейчас. таким техническим монотонным трудом. Сейчас, нет, ну. Но там дело в том, что надо посчитать площадь пересечения круга и квадрата, да. Ну вот, а для этого надо посчитать площадь секторов некоторых, да. Ну вот, а для этого надо Сейчас, там вычислить. если я не ошибаюсь, нет, если не ошибаюсь, там все как-то заметно проще. Ну, Сейчас, может, я не так смотрю. секундочку. Секундочку. Дайте посообразить. Вот если t меньше единицы, вопросов нет. Пи t квадрат, как бы, все в порядке. А как только t начинает раздуваться, то там... Когда ты больше единицы. Ну да, согласен, да. Там действительно хорошего ответа, наверное, не будет. Да, это правда, там хорошего, действительно, при t больше единицы, там хорошего ответа не будет. Но там может быть без косинусов. Скорее всего, никаких косинусов не нужны. Скорее всего, нужно просто в декартовых координатах работать. Ну не, ну вам площадь сектора надо считать, ну как вы, собственно. Ну как, просто интегрируйте от 1 минус корень из x в квадрате до 1 плюс корень из x А, в квадрате. ну понятно, да. Вот, Я и скорее. школьными методами. Ну, по Возможно, сути, мне это кажется, это проще. одно и то же. Но... Ну, то есть нужно смотреть, что проще, но в общем, как-то так. Так, ну, я предлагаю 37-ю задачу все-таки посмотреть. Вроде вот эту задачу мы довольно много обсуждали. А можно про минимум спросить? Вот минимум, у меня такой красивый ответ получился, что я ему не верю. Так. 2t минус t квадрат. Правильно. Вот и... Правильно, да? Неправильно? Да, Вот и так все. получается. Тогда вопросов, да. Так. Сейчас, секундочку. Да, нет, но вполне так может быть. Да. Я нарисовал график, там все в порядке, как бы. Это монотонная функция на 0,1, да. Так С что... 37-й задачей справились, нет? Но я только посчитал вот это, вот то, что вы рекомендовали сделать, вот плотность величины ре, Нет, и то не хорошо, я уверен, сделал. что правильно, кстати, да. Так, хорошо, а кто-нибудь сделал 37-й, нет? До конца. Ним как не получилось? Но там Нет, непонятно, что на не следующем этапе делать, да, как бы, окей, когда вот... давайте быстренько ее обсудим. Значит, я сразу скажу, что у нас сегодня, наверное, будет. Я постараюсь, по крайней мере, сделать такое занятие поинтенсивнее. Значит, смотрите, что мы имеем. Мы опять имеем. Так, это чего? Это 3 декабря. Мы имеем две случайные величины. Кси это. Ну, я могу переформулировать другими словами то, что здесь написано. Опять написано, что они равномерно распределены на 0,1. Но как мы знаем, что это то же самое, что сказать, что. То есть написано, что они равномерно распределены на квадрате. Но мы уже 10 раз обсуждали, что это то же самое, что сказать, что они каждое равномерно на отрезке 0,1 и независимы. С этим нет вопроса, да? Ну да, это понятно. Значит, теперь у нас есть далее случайные величины x и y, заданные вот такими вот крокодилами.
минус 2 чего там логарифма, минус 2 логарифма кси, и дальше косинус 2π, да, косинус 2π это, косинус 2π это, и y, который имеет там, примерно такой же вид, минус 2 логарифма кси, синус 2π это. Значит, ну, первое предложение состоит в том, чтобы избавиться вот от этого крокодила. Давайте назовем его какой-нибудь буквой, ну, например, R. А, да, вот я там, собственно, вышел. Да, он назван, да. Да. И назвали. Назвали R. Очень хорошо. Значит, теперь давайте найдем тогда как этот R, как эта случайная величина R устроена. Ну, как обычно, найдем, посчитаем ее характеристическую функцию. Вероятность того, что R меньше либо равна T. Значит, ну, понятно, что нужно рассматривать T только положительное, да, потому что R. Ну, наверное, не характеристическую функцию, а, господи, распределение. Да, спасибо, функция распределения. Значит, понятно, что нужно рассматривать T только положительное, потому что R не может быть отрицательным. Значит, это есть вероятность того, что... Так, ну давайте, что нужно сделать? В квадрат возвести, да? У вас там на самом деле, ну, была же формула, мы выписывали. Вот, если чуть выше подняться, у вас по файлу, да. Вот, да, вот, ну, это все добро, да. Слушайте, мне проще так. Ну, в общем, ладно. Мы говорим, синяя, так та формула многомерная понадобится чуть позже. А тут-то как-то вроде t в квадрате пополам. Значит, вероятность того, что... Ой, меньше либо равно. Вероятность того, что кси... меньше либо равно e в степени минус t в квадрате пополам. Так? Угу. Вот именно такое там вылезало. Очень, да. Хорошо. Это есть, соответственно, что? Это есть... так, сейчас. Но кси равномерно распределено. Только да. Я ошибся, я минус потерял в дороге. Значит, здесь больше либо равно должно было стоять, да? Потому что я на минус. Угу. Угу. Значит... Поэтому это равно единице минус e в степени минус t в квадрате пополам. Очень хорошо. Поэтому мы можем вычислить плотность ρ, назовем ее, ρ от r. Так, это есть, значит, производная вот этой штуки. И это есть t e в степени минус t в квадрате пополам. Да? Поэтому у нас теперь имеется совместное распределение. Значит, теперь смотрите, теперь мы можем x и y записать вот так. X равно r косинус 2π это. Давайте я даже, знаете что, я немножко по-другому напишу. Я напишу вот такую пару. X и y. Они имеют вот такой вид. R косинус 2π это. R синус 2π это. Так? Значит, и при этом совместное распределение, плотность совместного распределения, назовем ее f от r, ну не от r занято, давайте от t, s, это есть плотность распределения пары случайная величина r и случайная величина f. Значит, как она выглядит? Как эта плотность выглядит? Можешь что-нибудь сказать? Вот эта вот плотность. Смотрите, плотность R мы знаем. Вот она вот такая, да? Вау. Только ρ от t здесь должно быть написано, конечно же, да? Ну и плотность это знаем. Как-то. Плотность R. Плотность это мы тоже знаем, просто индикатор, потому что она равномерна. Хорошо, а совместная плотность, как ее вычислить? Ну, разве что теми преобразованиями такими хитрыми. Нет, ребят, но они независимы же. Они же независимы. Ну, сейчас, но у вас же координаты тогда зависимые получились. Нет, стоп. Я сейчас говорю просто про R и про эту. Просто про R и эту. R это кто такой? R это функция от кси. Угу. Так? Это, она независима от кси. Это значит, что R и это, они независимы. Верно? Они независимы. Значит, у нас тут косинус 2π это и синус 2π. Сейчас, ну почему косинус синус? Нет, стоп. Я не говорю про x, y. Я говорю про
плотность совместного распределения пары R и это. На произведение тогда хорошо. Конечно. То есть, смотрите, они, это две независимые случайные величины. Значит, плотность их совместного распределения, она равна произведению плотностей. Так? Значит, нужно взять плотность. Да, обращаю ваше внимание, что это следует из независимости только. Да? Если бы они не были бы независимы, то ничего мы сказать не смогли бы. Независимость. Зависимость. Значит, R и это. Значит, я беру плотность R и умножаю на плотность это. Да, ну вот здесь вот вообще-то давайте я вот эту вот историю немножко подправлю, поскольку ее вообще-то нужно на индикатор еще умножить. Так? Того, что t больше либо равно нуля. Ну, потому что когда t отрицательно, отрицательное значение случайная величина R не может принимать. Я же вот здесь вот предполагал, вычисляя вот эту формулу, что t не отрицательно, а при отрицательных t просто эта вероятность будет нулем. Поэтому вот здесь вот индикатор вылезает. Значит, поэтому я пишу вот этот индикатор вот сюда. А еще нужно умножить, значит, на плотность это. Плотность это — это тоже индикатор, но отрезка 0,1. Индикатор того, что S от 0 до 1. Вот такая плотность. Так, вот до сюда понятно? Если кому непонятно, то светите. Ну, тут уже что-то похоже на нормальное распределение начинает вылезать. Правильно. Вот, значит, а дальше смотрите, дальше что происходит. Теперь вычислим, как бы ее назвать, плотность совместного распределения XY. И назовем ее как-нибудь, ну давайте, ше, и будет зависеть от координат x маленькая, y маленькая. Да? X большое, y большое – это случайные величины, а x маленькая, y маленькая – это аргументы плотности. Вот, как ее вычислить? Смотрите, вот по этой формуле замечательной, которую в конце прошлого семинара я вам написал. Давайте я ее еще раз поаккуратнее напишу. Вот что у нас с вами имеется? Давайте я ее вот сюда вот как-нибудь так отдельно выпишу. Если у нас есть с вами какая-то многомерная случайная величина кси, сейчас кси занято, да, кси занято, давайте сюда не кси, а какие еще буквы есть? Давайте z — это хорошая буква. Значит, ну, в rn каком-нибудь. И есть у нас какая-нибудь функция, скажем, h из rn в себя, и меня интересует, да, у кси есть плотность ρ, от x, ну, x, соответственно, тоже в Rn живет, да, значит, и меня интересует плотность случайной величины h от z, при этом h, она инъективна, значит, то вот эта вот самая плотность ρ, так, давайте тут вот дело сотру, плотность ρ h от z от x имеет вот тот вид, который написан выше, который мы в прошлый раз получили. Значит, нужно взять плотность исходной случайной величины, взять с точки прообраза и делить на якобиан. Значит, получается что? Получается ρ от на h в минус 1 от x делить на якобиан функции h, тоже вычислены вот в прообразе. Такая вот формула замечательная, да? Давайте мы ее сюда применим. Давайте мы ее применим к нашей задаче. Значит, смотрите, какое у нас с вами есть отображение. Вот таким отображением у нас задана наша пара xy. То есть наша пара xy, она имеет вид такой вот h
примененный к чему? К случайной величине R и случайной величине это, да? То есть роль вот этой вот z, то есть вот это вот, значит, это есть h от z, от z это есть вот эта вот пара. Так? Z это есть вот эта пара. Значит, при этом функция h, h, если я ее применяю, ну, какие у меня будут аргументы, значит, ну, ts я их называю, да? H от ts, чему оно равно? T это соответствует r, s это соответствует эти. Значит, вот так вот. T косинус 2ps, T синус 2ps. Я здесь все время меняю обозначение, то есть я вот здесь вот пишу r и это, а здесь t и s, поскольку здесь написано функция от случайных величин, а здесь я пишу просто значение функции в конкретных точках t и s, где t и s действительные числа. Понятно, да? Вот за этим я меняю обозначение. То есть за этим я здесь пишу не r и это, а t и s. Ну, как-то так аккуратнее получается. Хорошо. Смотрите, я, чтобы применить вот это утверждение, мне... Да, ну и моя задача, собственно, вычислить чего? Вычислить плотность xy, но плотность xy это и есть, значит, вот если вот плотность z вот этой вот, которая вот здесь обозначается буквой ро, я ее знаю, вот она f, а мне нужно вычислить плотность после отображения того, что получается, то есть плотность пары xy как раз, то, что мне и нужно. Вот, и она вот такой вот вид будет иметь. Значит, вопрос, как удовлетворяет ли моя функция условиям? Является ли моя функция инъективной или нет? Вот это такой вопрос. А если есть якобиан еще уточняющий, то разве, ну, и он не нулевой, то отсюда не следует инъективность? Ну, смотрите, там, где у вас... Сейчас. Если якобиан не нулевой, там, конечно, есть инъективность, потому что там есть теорема обратной функции, да? Вот. Ну, собственно, просто мы на него делим, мы автоматически подразумеваем, что он не нулевой. Да? Ну, обычно это все-таки не так происходит. Обычно, когда вы на что-то делите, вы предполагаете, что это не ноль, и только потом делите, а не наоборот. Ну, хорошо, все просто такое точнее было. Значит, ну, вообще, да, это верное замечание, что... Ну, правильно, я бы сказал так, говорить, что тот факт, что функция инъективна, обеспечивает то, что вы делите не на ноль. Вот так. Значит, хорошо. Вот его надо выписать теперь, да, якобиана. Сейчас, нет, стоп, а функция наша индуктивна h? Господа, наша функция h индуктивна или нет? Так, ну давайте. Ну, верьте глазам своим. Говорите, но кажется, наверное, нет, все же, я полагаю. В какие точки она склеивает? Ну, пи, значит, ну. Ну что, ну то, что по S на 2π различается, да, она склеивает? Ну, как минимум, да. На единицу, пардон, потому что тут 2π, она уже сидит внутри. Угу. Это первое. Второе, она, если t равно нулю, то она вообще все точки склеивает. Так, если t равно нулю, то при любом s она все в ноль зафигачивает. Да, конечно. Значит, поэтому функция h не инъективна на r2. Но нужно ли нам с вами r2? Нам с вами r2 не нужно, потому что h где можно рассматривать? H можно достаточно рассматривать, конечно же, на области определения случайных величин. А наши случайные величины, они фактически где определены? Смотрите, по s она определена как раз от 0 до 1, так? И чтобы ничего не склеивалось, конечно же, можно единицу не включать. Потому что если я единицу не включу, то что я делаю? Я выкидываю из равномерного распределения одну точку. Но вероятность этой точки 0. Это ничего не меняет. Правильно? Поэтому здесь я могу поставить строгое неравенство, и плотность формально от этого изменилась в одной точке. Но плотность – это объект, который мы интегрируем дальше. Поэтому от того, что вы меняете в одной точке, но это не меняется ничего. Так? Значит, ну, плотность – это объект из L1. Объект из L1 определен с точностью до множества мера 0. Далее, еще у нас проблема при t равном нулю. Но t равно нулю – это, опять же, одна точка, вероятность которой, то есть вероятность того, что t равно нулю – это что значит? Значит, t – это кто? Это r. Это вероятность того, что r равно нулю. Но это вероятность того, что r равно нулю, равна нулю.
Поэтому, опять же, мы здесь без потери чего-либо можем написать t строго больше нуля. Правильно? Опять же, я меняю значение плотности в одной точке. Ничего от этого не меняется. Поэтому теперь я понимаю, что плотность моя, она равна нулю, а вне положительных t и вне s вот из этого полуинтервала. Это значит, что вне вот этих вот значений t и s мои случайные величины значения не принимают. То есть область значений моих случайных величин – это то, где плотность положительная. Так? Все остальные значения имеют нулевую вероятность, и нас не интересует. Поэтому мы можем рассматривать функцию h как функцию вот только вот на этой области. Тем самым, если мы рассматриваем функцию h на… Как бы это написать? Значит, ну смотрите, h – это функция двух переменных, значит, вот так, на 0 бесконечности, так, причем 0 не включается, умножить на… Вот здесь 0 можно включить, 0, 1, единицу не включать. И эта функция vr2, она инъективна. Согласны? Значит, можно применить результат выше. Так, вот этот вопрос не вызывает никаких, ребят? Это как бы простое место, с одной стороны, с другой стороны, может какие-то вопросы вызывать. Нет, я полагаю, вопросов нет. Тут сейчас мы якобиан, видимо, посчитаем, и все станет более ясно. Хорошо, значит, g от x, y. G от x, y – это кто такой? Это плотность совместного распределения x с y, то есть это вот эта штуковина. Значит, это значит, нужно взять ρ, вот эту вот плотность. А ρ – это кто такой? У нас это вот этот f. И вот эта вот штуковина, что она означает? Она означает, что я пишу вот эту функцию f, если вы это не понимаете, то потом подумайте дома, это обычные вещи. Эта штука просто означает, что я пишу функцию f в координатах x, y. Как эта функция выглядит в координатах x, y? Я не хочу ее сразу писать в координатах x, y. Я вот так напишу t от x, y, потому что мне лень это t выражать. Вы увидите, что это не нужно будет. А вот t в квадрате легко выражает. T в квадрате – это что такое? Вот x, y, они как устроены? Вот так они устроены. Вот это вот x, вот это вот y. Кто такой это в квадрате? Ну, сумма квадратов x, y. Да, это x в квадрате плюс y в квадрате. Ну и пополам. Вот это, что вот это я записал вот эту историю. Теперь, нужно ли писать, что t больше нуля? Ну, не нужно мне это писать, поскольку t это x в квадрате плюс y в квадрате, и ну, по-хорошему нужно написать только, что t не равно нулю, но, опять же, это одна точка, для плотности это не важно, поэтому я могу не писать ничего. Значит, далее еще есть вот такая вот штука, s от нуля до единицы, но это тоже можно не писать, поскольку как s будет выражаться через x, y. Но это же просто полярные координаты, ребят, правильно? Просто полярные координаты. S там выражается как какой-то там арктангенс, он по определению получается от нуля до двух пи, но вот это 2 пи здесь уже есть, поэтому автоматически там все получится от нуля до единицы. Поэтому числитель получается просто вот такой. А знаменатель какой получается? Здесь просто написано якобиан в полярных координатах. А чему он равен? Чему равен якобиан перехода к полярным координатам? Так. Он равен радиусу. Это вы знаете? Да, ну, было когда-то, конечно. Нет, вот это то, что надо знать, ребят. Вот это я не хочу еще раз считать. Придите домой и посчитайте, если не считали. Вот, ну и все. И вот это вот тест сокращается. И остается. E в степени минус x в квадрате плюс y в квадрате пополам. А то, что я здесь написал, неправильно, потому что я где-то 1 на 2π потерял. Потому что иначе, ну просто иначе интеграл к этой функции равен 2π. А, интеграл. А, вот что. Значит, я на самом деле вот здесь его потерял. Поскольку это не совсем переход к полярным координатам. Потому что полярные координаты это косинус φ и синус φ, да, а здесь косинус 2π. S и синус 2π S. Поэтому там еще 2π возникнет. 2π возникнет в итоге. Вот. Поэтому, на самом деле, почему я уверен, что именно 2π, почему я так с уверенностью про это говорю, не то, что я в уме посчитал, а просто я знаю, что интеграл вот от этой функции равен 2π.
по R2. А с другой стороны, я знаю, что интеграл от G от X Y dx dy по R2, он должен быть равен единичке, поскольку это плотность. Да? Это плотность. Поэтому я уверен, что здесь нужно надо выпределить. Так, все. Мы вычислили с вами плотность совместного распределения нашей пары x большой, y большой. Она вот такая. Так, это понятно? Понятно? Ясно, да. Значит, а что это такое, кстати говоря? Что это за плотность? Какую-то сумму нормальных распределений, хочется сказать. Нет. Это даже произведение написано. Вот как эту штуку можно переписать? А, ну да, произведение. Как эту штуку можно переписать? Это 1 делить на корень из 2π e в степени минус x в квадрате пополам. И умножить на то же самое e в степени минус y в квадрате пополам. Вот эта штука – это плотность нормального распределения с параметрами 0,1. Как и вот эта штука. Итого мы берем произведение двух плотностей. Что это значит? Они оба независимы. Да, x и y просто имеют нормальное распределение с параметрами 0,1 и независимы. Независимы. Ну, так как плотность равна произведению плотностей. Еще раз повторюсь, если плотность равна произведению с плотностью совместного распределения двух случайных величин, там, не знаю, случайной величины U и V от XY равна плотности случайной величины U от X умножить на плотность случайной величины V от Y в том и только в том случае, когда U и V независимы. Независимы. Это замечательный факт, который мы в прошлый раз обсуждали. Вот, поэтому, видите, получается такая забавная штуковина, что вы берете две равномерные распределенные случайные величины, одну засовываете в углы и начинаете ее вращать согласно синусу и косинусу, вторую, ну, со второй делаете вот такую штуку, и вы получаете в итоге нормальное распределение, стандартное, тоже независимое. Вот, такой хороший факт. Так, очень хорошо. Давайте быстренько дальше пробежимся. Так, если есть вопросы, задавайте. Если нет, давайте посмотрим на следующие задачи, которые я просил сделать. Задача 38-41. Давайте задача 38. XY пара имеет равномерное распределение, но уже в круге, да? Уже в круге. То есть что это значит? Это значит, что плотность их совместного распределения... Задача площадь 3. Множества поделить на площадь круга. Да, именно так. Ну, 38... Нет, на это вероятно сказали. Я говорю плотность совместного распределения XY. XY – это есть индикатор того, что... Значит, ну вот, от X маленькая, Y маленькая. XY – это случайная величина. X маленькая, Y маленькая – это числа. Индикатор X в квадрате плюс Y в квадрате меньше равно 1. Вот так. Делить на площадь круга. На площадь круга это пи. Вот, да? Потому что интеграл должен быть от плотности равен единице. Так. Хорошо. Так чего? Могут ли быть... Да, являются ли эти случайные величины x, y независимыми? Ну, хочется сказать, что, наверное, нет. Так, что если... кому-нибудь удалось эту задачу сделать? Кто у нас вообще есть? Так, что, никому не удалось сделать? А вы пытались сделать вообще как? Нет, ну, конечно, я подумал, как бы, ну, вот сейчас, глядя на красную рамочку, хочется, наверное, сказать, что нет. Потому что иначе x и y пробегали бы отрезки, да, и... Да, хочется сказать что-то такое, это действительно так и есть, потому что эта плотность, вот эта функция двух переменных, она должна была представляться как произведение каких-то функций. Но как это поаккуратнее сделать? Давайте объясню. Да просто можно вот так сделать. Берем наш круг,
радиус единица, да? Сейчас просто на картинке даже нарисую, и это будет достаточно времени. Так, берем круг радиус единицы, вот наш y, вот наш x. Вот мы равномерно на этом круге распределены. Давайте еще квадрат нарисуем. У меня все не очень ровно получается, но вот, к сожалению, изобразительное искусство у меня некоторые трудности. Так. Окей, значит, 1, 1, минус 1, минус 1. А, ну что значит независимые случайные величины? Значит, что для любого t, если x и y независимы, то это значит, что для любого t вероятность того, что x, скажем, больше либо равно t, и y больше либо равно t, на чему равна? Произведение вероятностей. Давайте возьмем t, знаете какое? Вот, классно, что ли, вот такое. Вот такое, вот здесь t возьмем. Хола. И вот вероятность того, что x больше либо равно t, она чему равна? Смотрите. Вот эта вот штуковина, вероятность того, что x больше либо равно t, она равна площади вот этой вот заштрихованной, да? Назовем эту площадь S. Так. Согласны? Ну, площади S делить на π. Делить на π, да? Потому что, смотрите, ну как равномерное распределение устроено? Вероятность принадлежать множеству, она равна площади этого множества, ну, там, с точностью нормировки. А площадь множества, где x больше либо равно t, вот она. Вот она вот такая, вот этот сектор. Очень хорошо. Давайте возьмем, соответственно, по оси y в такой же t. T. Ну, и вероятность того, что y больше либо равно t, ну, такой же сектор просто, да, это что-то это все симметрично. Она тоже равна s делить на p. А вероятность того, что x больше либо равно t, y больше либо равно t, где она? Ну, это 0. Вот она вот такая. Это 0. Ну все, противоречие. А тут, то есть, мы говорили, что если они будут независимы, то они обязательно еще будут равномерно распределены. То есть в этих предположениях мы это вывели, да? Ничего мы не вводили. Нет. Почему? Нет. Смотрите, еще раз. Вот это что за событие? Что вот это, вот это, кстати, важно понимать, да, это хорошо, просто важно понимать. Вот что есть событие x больше либо равно t? Это есть событие вот такое. X больше либо равно t, y принадлежит r, то есть y любой. Правильно? Угу. Значит, мне нужно найти вероятность вот этого события. Значит, ну что это за область? X больше либо равно t – это все, что правее красной линии вот этой вот. То, что правее вот этой красной линии, да? Угу. А y, значит, а y любой. То есть вот такая вот половина плоскости. Угу. Справа от этой, лежащей справа от этой линии. А дальше мне ее нужно с кругом пересечь. Вот это пересечение. Потому что плотность мне круга равна 0. Да, правильно? Все понятно. Да, вот. Ну, важно понимать, да. Вот, так что видите, это действительно просто делается. Ну и давайте быстренько задачу номер 41. Существуют ли независимые, непостоянные случайные величины, такие что x в квадрате плюс y в квадрате равно 1? В чем здесь дело? Дело в том, что кажется, что если случайные величины независимы, их не может связывать никакое соотношение отчетливое, вот такого фасона. Да? То есть не может связывать, что кажется, что нельзя, на первый взгляд, кажется, что нельзя придумать функцию f от x, y равно нулю, скажем, да, чтобы... Если случайная величина независима, ну, потому что они же независимы, так, а мы какую-то зависимость, так сказать, находим. Вот. Но вот вопрос, так ли это? Вот задача 41. Существуют ли независимые x, y, такие, что x в квадрате плюс y в квадрате дает 1? Нужно придумать x, y независимое. Так, ну что, вы подумали над этим делом, господа и дамы?
Так, хорошо. Ладно, это было домашнее задание, надо ехать дальше. Поэтому я рассчитываю, что вы давно над этим подумали, поэтому говорю ответ. Вот я предлагаю x взять в виде Бернулли. Бернулли. X и Y оба. Оба Бернулли. Ну, короче, это не Бернулли. Бернулли это то, что принимает значение 0,1. Поэтому пусть... Ну, это почти Бернулли. Это сдвинутые и растянутые Бернулли. То есть морально Бернулли, а фактически это называется Бернулли. Значит, x равно 1 делить на корень из 2 с вероятностью 1 вторая и минус 1 делить на корень из 2 с вероятностью 1 вторая. Ну и y такой же. Y то же самое. X и y независимые. Можем такие случайные величины взять, правильно? Две независимые случайные величины. Кидаем монетку. То есть две независимые монетки. Если выпал орел, то присваиваю x на первой монетке, присваиваю x значение 1 делить на корень из 2. Если решка, минус 1 делить на корень из 2. Для y так же, чтобы кидаю вторую монетку, которая независима. Ну, понятное дело, что x в квадрате равно y в квадрате равно 1 вторая. Ну все, поэтому вот это выполнено. Окей? Угу. Так, смотрите. Справедливо. Мы заканчиваем на этом с этим кусочком листка и переезжаем к характеристическим функциям. Я хочу вот что подчеркнуть, то, о чем я все время вообще-то так долдоню. Вот смотрите, мы сегодня мы обсудили вот эту задачу. Я уверен, прямо глубоко верю, что если вы эту задачу впервые сейчас видели и дома вы над ней не подумали, у вас очень мало чего в голове осталось от этой задачи. Очень мало чего. Кроме того, мы обсудили вот эти вот вообще-то несложные задачки. Вы сейчас на них посмотрели и сказали, ага, да, просто понятно. Но если вы дома их попробовали сделать, и у вас не получилось бы, вы бы сейчас взяли от этого гораздо больше. Поэтому вот то, сейчас было, это пропаганда того, что домашнее задание нужно пробовать делать, иначе просто все это довольно бессмысленно. Так, заканчиваем с пропагандой и начинаем говорить о характеристических функциях. Можно вот вопрос? Я вот на 41-й думала, у меня думалось плюс-минус косинус, плюс-минус синус. Вообще, как этот ответ получить? Так это одно и то же. Ну, почему? Смотрите, вот это косинус, только это косинус, только пин 4. Просто угол фиксирован. Вы хотите косинус чего? Ну, просто функцию, как функцию. Не, ну тут надо косинус и синус, и тогда все же они становятся зависимы в этом тут, плане. Да, тут проблема в том, что вам нужны косинус и синус одного и того же угла всегда. Да? А, вот. То есть что вы делаете в итоге? Я знаю. То есть, понимаете, если здесь квадраты убрать, то таких случайных величин не существует. Здесь вся фишка в квадратах. То есть случайных величин независимых, но при этом линейно зависимых, то есть удовлетворяющих по такому соотношению, плюс by плюс c равно нулю, x, y независимы, такого не бывает. На самом деле, ну вот, к сожалению, нет времени на этом останавливаться, но там, по-моему, уже решения довольно давно выложены. И насчет того, как связано зависимость, там есть в решениях задачи, которые на сайте лежат, довольно подробное обсуждение того, как устроена функция от независимых случайных величин. Чего там бывает и чего там не бывает. Вот это имеет смысл, наверное, посмотреть. Так. Хорошо. Характеристические функции. Значит, что я хочу сказать? Давайте я вкратце напомню, значит, какие-то основные позиции теории. Характеристические функции. Характеристическая функция – это классная штука, на самом деле. Это в каком-то смысле первая нетривиальная вещь из того, что мы обсуждаем. Потому что то, что мы обсуждали до этого, ну а что мы обсуждали? Сначала была комбинаторика, были дискретные случайные величины. Да? Ну там начали комбинаторика просто. Затем начались непрерывные случайные величины. Ну, вот там была такая функция распределения. Но это какая-то простая вещь, просто вероятность того, что случайная величина меньше либо равна чем-то что-то. Но плотность распределения, это, конечно же,
Это да, это действительно тоже это нетривиальная вещь, потому что плотность распределения – это теорема Радона-Никодима, это абсолютно непрерывность меры, это все-таки что-то, но это действительно такой совсем все-таки базовый объект. Так? Ну вот как только мы начинаем говорить о непрерывных случайных величинах, сразу хочется говорить о плотности распределения. И вот все, о чем мы говорили, крутилось вокруг этого. А характеристическая функция – это такой плюс один уровень сложности, плюс один уровень содержательности, потому что определение плотности случайной величины – чрезвычайно естественная вещь. Вот определение характеристической функции – это то, что невозможно понять, если у вас не было матанализа второго курса. Вот так. Второго семестра второго курса. Но он у вас был, поэтому для вас характеристическая функция должна быть естественной. Смотрите, вот пусть у меня есть Давайте вот так вот. Кси, смотрите, я буду в параллель писать. Кси – это случайная величина. Величина. Нет, извините. Нет, не хочу случайную величину писать. Пусть просто μ – это мера. Μ – это мера. Давайте считать, что это мера на… ну а что нам R? Давайте сразу на РД. Мера на РД. Ну, не просто мера, а у нас все меры у нас вероятностные, конечно. Да. Так, нет, не сюда можно вставлять. Вероятностная мера. Значит, тогда характеристической функцией меры μ называется вот такая... Не, ребят, извините. Хочу на R. Все-таки пусть на R. Да. Характеристической функцией меры μ называется вот такая функция. Значит, это характеристическая функция меры μ. Это есть интеграл от минус бесконечности до бесконечности. Е в степени мнимая единица t умножить на x, μ от dx. То есть я беру мою меру μ и по ней интегрирую экспоненту комплексную. Это интеграл Лебега. Так, интеграл по мере, интеграл Лебега. Значит, теперь, если у меня кси случайная величина. Нет, извините, рано. Значит, теперь давайте предположим, что μ, она абсолютно непрерывна. Вот этот значок, если вы не знаете, он означает абсолютно непрерывность. Абсолютно непрерывно. Значит, относительно Лебега, относительно меры Лебега. Ну, что это значит? Это значит, что μ имеет, просто по определению абсолютной непрерывности, это значит, что μ имеет плотность. То есть меру μ можно записать вот так, как ρ от x dx. Так, где ρ – это значит, плотность меры μ относительно меры Лебега. Ну, я пишу Лебега то вот так вот, то dx. Понимаете, это одно и то же, да? В этом случае характеристическая функция записывается, естественно, вот таким образом. Ρ от x dx. Так, теперь вопрос в зал. Что это такое? Что это за объект? Вы с ним хорошо знакомы. Должно быть прям какое-то дежавю. Ну, предположу, что с Фубини связанное, наверное. Что-то. Нет. Тоже на F, но не с Фубини. Вы знаете, что значит слово дежавю вообще, кстати? Нет? В смысле, откуда оно берется? Оно берется вот отсюда, потому что на французском держа это уже, а вью это видел. Просто уже видел. Так вот, вы уже это видели. Призывание Фурье? Да, Нина, это преобразование Фурье. Вот это правильно. Это просто преобразование Фурье. На самом деле не прямое, а обратное. Да? Как мы преобразование Фурье определяли? Если вспомните, преобразование Фурье определялось в точности вот так, только вот здесь стоял минус. Вот здесь еще минус стоял вот такой. Ну, мы его не ставим.
А с минус, без минуса это обратное преобразование Фурье. Ну, прямое или обратное преобразование Фурье, это по свойствам это одно и то же, поэтому ставить от минуса или не ставить, это просто соглашение. Ну, и характеристические функции так просто исторически сложилось. Называют обратное преобразование Фурье. Но на самом деле можно здесь поставить минус, и определить характеристическую функцию как прямое преобразование Фурье. Все, что нужно, то есть, ну, вся техника будет работать, все свойства будут ровно те же самые. А, это просто преобразование Фурье кого? Функции ро. И теперь мы понимаем, почему характеристическая функция играет такую роль. Потому что из анализа мы знаем, что смотреть на функцию и смотреть на ее преобразование Фурье – это одно и то же. Мы можем работать с исходной функцией, мы можем работать с ее преобразованием Фурье. Если функция достаточно хорошая, да, если функция ро достаточно хорошая. Но у нас она, по крайней мере, всегда в L1. Всегда в L1, потому что это же плотность, она же интегрируема. Поэтому уж точно она в L1. А если у вас плотность какая-нибудь еще гладкая, то тогда вообще замечательно, потому что преобразование Фурье от гладких функций – это отличная штука. И ну, что мы часто делаем в анализе? Мы берем функцию, мы не можем работать в исходном пространстве, мы делаем ее преобразование Фурье, мы делаем какие-то выводы про поведение там, того объекта, на который вы смотрите, смотря на преобразование Фурье функции, а потом делаем обратное преобразование Фурье и говорим, что для исходных объектов все то же самое верно. Да? Оказывается, что в теории вероятности это естественно совершенно, это работает точно так же, и это дает очень мощные инструменты. Ну вот в теории вероятности мы уже не первый раз сталкиваемся с тем, что знакомые нам объекты называются другими словами, и эта ситуация не исключение. Преобразование Фурье называется характеристической функцией меры. Тут немножко ситуация все-таки более содержательная, потому что плотность не всегда существует. Но если плотность не существует, тогда мы просто как бы делаем то же самое. Так? Ну и в анализе на самом деле вот такой объект тоже есть. Такой объект тоже есть, он просто называется преобразование Фурье меры. То есть на самом деле преобразование Фурье можно брать не только от функции, но и от мер. Ну и вот просто определяется это вот так. И свойства там, в общем, тоже все примерно те же. Ну, например, собственно преобразование Фурье полностью описывает меру. Если у вас преобразование Фурье двух мер равны, то меры равны. А, собственно, поэтому характеристические функции важны. Хорошо, причем здесь теория вероятности? В теории вероятности мы все-таки интересуемся случайными величинами. Так вот, пусть у нас функция кси, то есть не функция кси, а кси – это случайная величина. У случайной величины у нее всегда есть распределение. Ее распределение. Сразу же оговорюсь, что распределение иногда называется словами закон. В некоторых задачах это написано вот так. Но это, наверное, такая калька с английского, потому что на английском про распределение часто называется словом law, но иногда называется таким distribution. Это все одно и то же. Я напоминаю, что такое распределение случайной величины, в прошлый раз мы это обсуждали, но тем не менее, это есть такая вероятностная мера на R, что мера множества А – это есть вероятность того, что кси принадлежит А, просто-напросто. Вот. И, собственно, характеристической функции случайной величины, я ее обозначаю фикси. От t по определению есть характеристическая функция ее меры. То есть ее распределение. Ну и, соответственно, это равно интегралу от минус бесконечности до бесконечности e в степени i tx распределение dx. Окей? Смотрите, я тысячу раз повторял, что случайные величины нас всегда практически интересуют только лишь ее распределение. А распределение полностью описывается своим преобразованием. Ну, распределение – это мера, оно полностью описывается своим преобразованием Фурье, то есть характеристической функцией. Отсюда возникает этот объект. Хорошо, но что это такое? Термин случайной величины, что это за интеграл? Что здесь написано, если мыслить как вероятностники? Что это такое, господа? Вот если вы пишете интеграл от f от x распределение кси от dx для какой-нибудь функции f, что это такое? Что это такое?
Хорошо, если вы боитесь распределений, подумайте, что, на секундочку, что у кси есть плотность. В этой ситуации этот интеграл перепишется вот так. Да? В этой ситуации этот интеграл перепишется вот так, если у кси есть плотность. Вот это что такое? Интеграл от плотности умножить на функцию. От ожидания, от, соответственно. Конечно. От ожидания, от эпоксии. Ну и вот это то же самое. Ребят, нет, вот это, то есть как бы вот этот провал, вот это то, что, простите, но это то, что, ну хорошо, я не буду употреблять громкое слово провал, потому что еще не конец, но вот это то, что прямо вот нужно очень хорошо знать и понимать, потому что это просто база, это как бы основа всей теории. Так вот здесь, значит, что написано? Здесь написано просто матожидание, экспоненты, где вместо х нужно кси поставить, f в степени и t в кси. Все. Итого, характеристическая функция случайной величины – это есть математическое ожидание комплексной экспоненты. Комплексные экспоненты. От случайной величины. Ну, дело в том, что можно было бы не говорить всю эту историю про распределение. Можно было бы это замолчать. Можно было бы просто вот так определить. Но тогда вообще непонятно, что это такое. А вот когда начинаешь говорить про распределение, то сразу становится понятно, что это на самом деле что-то просто преобразование Фурье от меры. Просто преобразование Фурье. Но если у вас есть плотность, то преобразование Фурье от плотности. Сразу становится понятно, почему это важный объект. Почему через этот объект много всего работает. Характеристические функции в основном где используют? Они в основном используются для доказательства теорем, таких фундаментальных теорем вероятности, типа закон больших чисел, центральная предельная теорема, то, что вам в ближайшее время будут рассказывать, если еще не рассказали. То есть на самом деле они используются, когда вам нужно доказать, что последовательность случайных величин куда-то сходится. И вот там метод характеристических функций – это более-менее самый мощный метод, который существует. Значит, ну давайте сразу же, чтобы вы поняли, там, ну так, зафиксируем то, что я сказал, вообще-то уже словами, вот что если у меня ню, случайная величина равна ню, то есть, пардон, меры, значит, ну пусть у меня две вероятностные меры, вот я напомню, что так я обозначаю вероятностные меры, множество вероятностных мер на R. Тогда они равны в том и только в том случае, когда их характеристические функции равны. Конечно, они должны быть равны как функции, то есть для любых значений t. Ну и, соответственно, это первая часть теоремы, а вторая часть теоремы, что случайные величины кси и это имеют одинаковое распределение в том и только в том случае, если их характеристические функции равны. Ну, ровно по тем же соображениям. Потому что распределение – это есть вот эти вот меры. Это есть распределение одной есть меры μ, распределение другой есть меры ню, но и меры должны быть равны. Они равны тому только в том случае, когда их характеристические функции равны. Так, это такая вот фундаментальная теорема. На самом деле, просто что это за теорема? Это теорема, которая говорит, что мера однозначно определяет своим преобразованием Фурье. Вот и все. Давайте поговорим немножко о свойствах характеристических функций. А нет, перед этим давайте вот что. Перед этим давайте скажем, что как устроены в многомере характеристические функции. Многомерное обобщение характеристических функций. Ну вот так вот. Теперь пусть у нас с вами есть Rn и есть мера μ вероятностная, которая живет на Rn. Ну, тогда характеристической функцией меры μ от t, и вот здесь уже t – это вектор из Rn, называется ну, просто многомерное преобразование Фурье. А как оно определяется? Интеграл по Rn
e в степени, ну, обратное, опять же, преобразование Фурье. t умножить скалярно на x, мю от dx. Здесь просто обычное скалярное произведение. Ну и, соответственно, если у меня кси – это случайная величина со значениями, со значениями в Rn, то ее характеристической функцией, называется мат ожидания комплексные экспоненты t скалярно умножить на кси. Значит, и t здесь опять же из Rn. То есть это функция, n-мерная уже. Так, свойства характеристических функций. Может, кто-нибудь сможет что-нибудь сказать? Например, является ли характеристическая функция непрерывной? Я перечислю не все свойства, я перечислю какие-то базовые свойства. Более-менее то, что у вас было на лекции, даже меньше. Так, является ли она непрерывной? Пусть фи, значит, какая характеристическая функция. Ну, меры либо случайные величины – это одно и то же, да? Тогда... Во-первых, фи, она не просто непрерывна, она равномерно непрерывна. Кроме этого, следующее свойство простое совсем, что модуль фи от x, давайте от t, я пишу как-то ее обычно от t, модуль фи от t меньше либо равно фи от нуля, который равен единице. Ну, смотрите. Первое свойство, оно, в общем-то, давайте посмотрим. Давайте смотреть, наверное, куда мы хотим смотреть. Наверное, вот сюда проще смотреть. Вот на это определение, на характеристические функции случайных величин. Это так проще. То, что она равномерно непрерывна, ну, смотрите, на компактах оно, понятное дело, что равномерно непрерывно, потому что... Ну, хотя нет, давайте лучше вот сюда смотреть, наверное, к интегралам больше привыкнуть, чем к матожиданиям. Значит, ну, на компактах, понятное дело, что она равномерно непрерывна, потому что функция... непрерывная на компакте равномерно непрерывна на нем. Значит, а то, что вне компакта, она равномерно непрерывна, но это следует из того, что ну, что нам нужно делать? Нам нужно производные практически этой функции посчитать. А производную у нее очень сильно расти не может, потому что мера, ну, производная здесь за счет чего может быть рост? Когда вы по t продифференцируете, у вас x вылезет. А дальше дело в том, что у вас вот эта вот мера она на бесконечности убывает. Наверное, непрерывность приходит примерно отсюда. Но если представить себе, что x интегрируемая функция относительно этой меры, тогда вот у вас все будет хорошо. В общем, я так попробовал два слова объяснить. Вот так, ребят, простите, пожалуйста, у меня сейчас компьютер сдохнет, мне нужно за зарядкой сходить. Так вот, я попробую двух словах объяснить, откуда свойство равномерной непрерывности берется, но вообще-то я вас отсылаю к лекциям и к учебнику, чтобы с этим разобраться. Это можно ставить где угодно, но, например, в том же Ширяеве. Очень советую почитать. Ширяев. Вот это свойство совсем понятно, потому что если я кладу t равно нулю, то я получаю, конечно, здесь единицу. Мат ожидания единицы равно единице. А то, что модуль фи от t не превосходит фи от нуля, ну понятно, потому что я просто, когда я модуль беру, я, значит, мат ожидания не превосходит мат ожидания модуля, то есть я модуль могу вот сюда внутрь внести, и здесь получится единица. Следующее свойство, которое выглядит менее тривиально, но оно должно отчетливо ассоциироваться с тем, что вы знаете при преобразовании Фурье. Если случайная величина кси наша в степени k, ее матожидание конечно, то отсюда следует, что характеристическая функция случайной величины кси, она ck гладкая, и
Каждая производная ее имеет вид. Ну, знаете, давайте мы говорим для простоты об одномерной случайной величине. Ее каждая производная имеет вид, собственно, мат ожидания и кси в степени к, е в степени и т кси. То есть фактически я просто дифференцирую вот эту штуку под мат ожиданиями. Это точно так же, как преобразование Фурье, там такие же свойства. Хорошо, значит, какие-то базовые свойства. Есть какие-нибудь вопросы или нет? Если вопросов нет, давайте тогда на 47-ю задачу посмотрим. Давайте первые два пункта я сделаю, а вторые два пункта будут вам домашним заданием. Значит, 47-я задача. Вопрос. А что нужно делать? Объяснить, почему следующие функции не являются характеристическими. Значит, смотрите, есть функция синус t для начала. Почему она не характеристическая? Это устная задача. Давайте думать. Почему функция синус t не может являться характеристической функцией ни для какой меры, ни для какой случайной величины? Кажется, она неравномерно непрерывна. Нет, неравномерно непрерывна, конечно. Ну, удалить. Но синус это периодическая функция. Ладно, справедливо. Но она только вещественно значима. Ну и что? Нет, это не проблема. Характеристическая функция. Ну, как мы знаем, преобразование Фурье бывает вещественно значимое, да? Там нужна четность, нужна что-то, да? Ладно, у нее производные, кажется, не так выражаются, как мы хотим. Нет, ну, конечно, сейчас, в смысле, но... Если случайно величину кси найдете такую, что она вот так вот будет выглядеть, то производные, конечно, не будут так выражаться. Но просто уже интегрирование, дифференцирование под матожиданиями. А, вы перевели все свойства. Первое свойство не выполняется. Первое это какое? Вот нет, не второе, наверное. Вот фи от нуля равно единице. Да. Да, так и есть. Собственно, фи от нуля. Синус нуля равен нулю, не равно единице. А должна быть единица. Следующая функция косинус t в квадрате. С этим делом чего не так? Тут уже в нуле единица, тут все нормально. Так, ну смотрите, вот это свойство какое-то неконструктивное, да? На него сложно смотреть. Еще остается еще одно свойство. Как взять о производной косинуса t в квадрате? Что это такое? Ну, это 2t на минус синус. Ну да. Косинус t в квадрате штрих, это есть 2t на минус синус t. Синус t периодический. Он периодически, довольно часто, принимает значение равное единице, каким бы ни было большим t, да? Только синус t квадрат, наверное. Да, синус t квадрат, спасибо. Можно выбрать сколь угодно, ну, до сколь угодно больших t, бывает такое довольно часто, что синус t в квадрате будет равен единице, да? То есть производная будет в этих точках при больших t чудовищная. Потому что вы это еще на t умножаете. Она будет равна для этих самых t. Для этого такие функции равномерно непрерывные. Но равномерно непрерывные, что это значит? Это значит, что если у вас y отстоит от x на какое-нибудь небольшое расстояние, то значение функции в точке y состоит от значения... Короче, если у вас превращение маленькое, аргумент, то превращение функции, оно тоже маленькое. Причем оно маленькое, оно одинаково маленькое вне зависимости от того, где вы берете превращение аргумента. Понимаете, да? Ну, определение равномерной непрерывности. Но дело в том, что если у вас производная функция на бесконечности растет, то такое не может быть, потому что если вы превращение возьмете в точке, где производная большая, то у вас превращение функции будет большим. А если вы возьмете в точке, где производная маленькая, превращение функции будет маленьким. Поэтому
Поэтому вот эта функция, она неравномерно непрерывна. Значит, и вот это вот это упражнение по анализу первого курса, поэтому я если не поняли, оставляю вам на дом. Ну, если какие-то вопросы возникнут, давайте обсудим там в следующий раз. Но вот если вам этот факт непонятен, то тогда подумайте над ним дома. А, хорошо, 47-я задача разобрались. Давайте в оставшееся время сделаем симпатичную задачу номер 44. Смотрите, для задачи 44 нужны некоторые предварительные сведения. Вот такие вот. Пусть кси имеет нормальное распределение с параметрами 0,1. Тогда знает ли кто-нибудь, чему равна характеристическая функция кси? Характеристическая... Ой, нет, давайте не 0,1. А, сейчас, стоп, ребят. Давайте начнем от печки. Что такое нормальное распределение, все знают? Ну, плотность — это e в степени минус t квадрат на 2. Хорошо, давайте, теперь у нас нормальное распределение с произвольными параметрами. Вот, значит, обозначается это вот так. Кси имеет нормальное распределение с параметрами m и сигма в квадрате. По определению это означает, что кси – это случайная величина, имеющая вот такую вот плотность. Ро от кси равно 1 делить на корень из 2π умножить на сигму, а сигма – это есть корень из сигмы в квадрате, который положительный, да? Больше нуля. Умножить на e в степени минус, и вот здесь я пишу x минус m, m – это первый параметр в квадрате, разделить на 2 сигму в квадрате. А при этом, чего равно от ожидания такой случайной величины кси? Видимо, m. m. А дисперсия? Ну, сигма в квадрате. В квадрате, да. Вот. Собственно, параметрами нормального распределения являются его от ожидания и дисперсия. А, ну, стандартное нормальное распределение. Это распределение с параметрами 0,1. Называется стандартным нормальным распределением. И для него формула совсем упрощается. Я уж ее напишу один раз, потому что уж больно часто она встречается. X в квадрате в колонн. Но мы сегодня вообще-то ее написали, если вы вспомните. Хорошо. Нормальное распределение, я уже говорил, что оно столь важно из-за центральной предельной теоремы, к которой мы не движемся. А вот если кси имеет нормальное распределение с параметрами m сигма в квадрате, то характеристическая функция кси, она как выглядит? Она оказывается, что выглядит вот таким образом. Это есть e в степени минус сигма в квадрате пополам умножить на t в квадрате и плюс i t m. Давайте посмотрим на это дело и заметим, что если у нас нормальное распределение таки с параметрами 0,1, то тогда эта штуковина, она становится простой. Здесь просто написано e в степени минус t в квадрате пополам. У вас как-то это ассоциируется с чем-нибудь, нет? Но это почти плотность. Это почти плотность. Это точно плотность с точностью до константы, до умножения на константу. Рассмотрим преобразование, которое берет плотность и выдает вам функцию распределения. Рассмотрим вот такое отображение. Так? Отображение на пространстве функции. Рассмотрим такое отображение. Оно, это отображение гауссовскую экспоненту, вот этого штуковина, да, называется гауссовской экспонентой, отображает в себя умноженную на константу. Что это значит? Это значит, что гауссовская экспонента является собственным вектором этого отображения. Окей? А,
Дежавю есть какой-нибудь или нет? Что это за отображение? Это отображение, это называется словом преобразование Фурье вообще-то, правильно? Тут мы вспоминаем что у преобразования Фурье, собственно, вектор в точности гауссовского экспонента. И это, собственно, вот объясняет то, что здесь происходит. Видите, это красиво, потому что в теории вероятности нормальное распределение — это ключевое распределение, это главное распределение, потому что вот есть та самая центральная предельная теорема. При этом в анализе мы находим вот эту гауссовскую экспоненту как просто такой примечательный объект, потому что это есть собственный вектор вот такого важного преобразования, как преобразование Фурье. Потом оказывается, что вот вероятность это совершенно фундаментальная штука. Хорошо. Давайте теперь еще... Сейчас. Нет, ладно, давайте не будем, а не успеем. Давайте к задаче номер 44. Мы имеем две случайные величины, которые имеют стандартное нормальное распределение. Они независимы, здесь это не написано, но это подразумевается. Значит, есть еще равномерное распределение на отрезке 0,2π. И нужно найти вот распределение вот такой случайной величины. А, нет, здесь написано, что они все независимы, да, написано. Значит, ну, давайте я перепишу аккуратненько. Сейчас. Ну, какой номер там? 44. Задача 44. Вот у нас есть случайная величина кси и это. Они нормальное распределение с параметрами 0,1 имеют. И альфа, она имеет равномерное распределение на 0,2π. И они все независимы. А мы хотим взять вот такую случайную величину. Смотрите, кси умножить на косинус альфа плюс это умножить на синус альфа. Вот может ли кто-нибудь, давайте как-то случайную величину обозначим, пусть это будет, какая буква хорошая есть. Оп, не знаю, ну пусть это будет, давайте зета. Да. Кто-нибудь может предложить геометрическую интерпретацию того, что происходит? Что такое случайная величина зета? Как ее правильно воспринимать? Ну, на окружности взяли такие. Да, конечно, да. Просто история вот такая, что я беру координаты, каждый координат имеет нормальное распределение. По каждой координате запускаю независимую случайную величину по x и по y, которая имеет одинаковое распределение, нормальное и независимое. И вот беру такую случайную... Сейчас, поймите, я какую-то ерунду говорю, да? Если у нас альфа, конечно, меняется, то это не да, очень... Да. Нет, я говорю не то. Сейчас, что я хочу сказать? Так, давайте посмотрите, что я хочу... Хочу сказать. Я хочу сказать, что это какой-то поворот. То, что здесь написано, это какой-то поворот. Сейчас. Что это за поворот? Так. Я хочу сказать, что если у вас альфа пробегает значение от 0 до 1, то вот у вас кси, вот у вас это. Когда у вас альфа прибегает значение от 0 до 1, вы берете какую точку? Когда у вас альфа равно 0, вы сначала берете вот эту точку. Когда у вас альфа равно, то есть альфа от 0 до 2π. Когда альфа равно π пополам, вы берете вот эту точку. А посередине вы берете Сейчас, ну вот что, сейчас, мы же по прямой просто бежим, правильно? Не вру, мы же просто по прямой бежим. Сейчас, по-моему, просто по этой прямой бежим. Так, слушайте, давайте, я не хочу на это тратить время, потому что какие-то совсем простые вещи. Но вот подумайте над этим. То есть вот это естественная комбинация, что я хочу сказать. Значит, задача найти распределение вот этой случайной величины. Как она распределена?
Кажется, вообще-то нетривиальной задачей, да? Как мы с вами такие задачи раньше решали? Мы их решали вот так. Мы бы с вами считали вот такую вероятность. Правильно? Но это что-то, ну, что-то сложное. Ну, как вы такую вероятность посчитаете? В общем, как-то выглядит не очень тривиально. То есть, ну, можно ее, конечно, посчитать, но какие-то интегралы возникнут, мне кажется, сложными. Вот. Это кажется, что с помощью метода характеристических функций можно посчитать распределение заметно проще. Предложение стоит в следующем. Давайте мы вычислим характеристическую функцию нашей случайной величины z. И дальше у нас есть теорема. Если мы эту характеристическую функцию узнаем, то если мы поймем, что это характеристическая функция, ну, например, ну, это аномальное распределение или там что-то еще нам знакомого, то тогда мы сможем сказать, что z имеет такое распределение по вот этой теореме, что характеристическая функция однозначно определяет распределение. Но если мы ее не узнаем, то можем обратно к реализованию фурьера посчитать, да? Найти распределение. Так или иначе, давайте считать характеристическую функцию. Так. Ну давайте, позанимайтесь, я вас сегодня опять на 10 минут задержу, опять схема такая же, запись будет, поэтому если по нам нужно двигать, бегайте. Значит, но давайте, вот те, кто не бегает, попробуйте все-таки сами это сделать, чтобы я совсем за вас это не делал. Потратьте несколько минут на это. Сейчас. Сон нужно посчитать, но нужно посчитать. Вот, я начну писать, а дальше вы продолжите. Вот такое вот ожидание. E в степени I, T, Z, да? А Z это Xi косинус альфа плюс это синус альфа. Но как это вот ожидание считается? Ну, мы же плотно знаем. Интеграл от ρ, от... Давайте... Скажем, ну пусть x у нас описывает случайную величину xi, y описывает случайную величину эту, s описывает случайную величину альфа, e в степени i, t, x косинус s плюс y синус s, dx, dy, ds. При этом x и y у меня живут от минус бесконечности до бесконечности. А s у меня живет от 0 до 2π, поэтому можно интегрировать от 0 до 2π. При этом ρ от x, y, s это есть плотность совместного распределение случайных величин кси, это и альфа. Согласны? Как матождание считается? Ну вот нужно проинтегрировать функцию, умноженную на плотность. Где-то это я уже писал сегодня. Вот. А плотность совместного распределения на чему равна? Смотрите, у нас случайная величина независима, да? Поэтому это есть просто произведение плотностей. Смотрите, значит, альфа равномерно распределена от 0 до 2π, поэтому плотность это индикатор от 0 до 2π, того, что s от 0 до 2π, ну, делить на 2π, потому что нормировать нужно равномерное распределение. А ρ0 это есть собственно, гауссовская экспонента, ну, с нормировкой, опять же, потому что стандартное нормальное распределение у кси и у этой. Так.
Ну что? Давайте... А, нет, вот, вот я придумал, как мы делаем. Давайте мы сделаем так. Давайте я вот здесь остановлюсь и скажу, что это домашнее задание. Начнем мы с того, что, что эту историю разберем. Небольшое указание. Указание такое. Собственно, что нужно делать? Вот эту историю нужно вставить вот сюда, но дальше не нужно явно считать интегралы. То есть нужно будет посчитать явно только один интеграл относительно S. Сейчас. Нет, и его явно считать не нужно будет. Его явно считать тоже не нужно будет. По-моему, явно не нужно будет считать ничего. Но нужно будет воспользоваться знанием, что характеристическая функция нормального распределения выглядит вот так. У вас же вот здесь вот получится, смотрите, если вы будете считать интеграл по x, что по x нужно интегрировать? Нужно интегрировать вот такую штуковину, правильно, по x. Вот такую штуковину, умноженную вот на r0 от x. Но это же просто характеристическая функция вашей случайной величины кси, взятая в точке t умножить на косинус альфа. Вы знаете, как она выглядит? Она выглядит вот так. Вот, из этого можно получить ответ. И вы получите в итоге некоторую характеристическую функцию, ну и нужно постараться ее узнать. Нужно постараться ее узнать. Так, значит, давайте вот это вот вам будет домашкой. Я что-то еще... А, вот что еще хотел. Значит, того, ДЗ вот такое. Это доделать вот эту задачу, это задача номер 44. Кроме этого, я попрошу вас сделать задачу номер 47, тоже доделать последние два пункта. И кроме этого, я попрошу вас сделать... Сейчас. Два. А, нет, вот, вот я вас много чего прошу сделать. Я вас попрошу сделать задачу номер 46. Потому что это хорошая вещь. 46. Там есть над чем подумать. Сейчас мы немножко обсудим это дело. И задачу 49. 49. Сейчас. Не, ребят, знаете, я все прошу делать. Это 48 и 49. Вот что. 48 и 49. Потому что все это нужно разобрать. Значит, смотрите, давайте пробежимся по ним. 44, я на самом деле вам объяснил практически решение. 46, вот здесь что спрашивается. Доказать, что сумма независимых пуассоновских случайных величин является пуассоновской. 46. Вот у нас есть кси и это, они обе Пуассон. Ну, давайте первое, кси с параметром Пуассон лямбда 1, это с параметром лямбда 2. А нужно доказать, что кси плюс это, они тоже Пуассон. Пуассон, но с каким-то параметром лямбда. Ну, вот лямбда непонятен. Как такие вещи можно доказывать? Ну, можно опять же, просто считать вероятность, дискретность случайной величины уже, да? Можно просто считать вероятность того, что кси плюс это равно k. Можно пробовать такую вероятность считать. Но вы задавали здесь вот это дело считать. Вот я вам почти точно говорю. А можно сделать по-другому. Можно посчитать характеристическую функцию. Можно попробовать посчитать характеристическую функцию. И что мы ждем от характеристической функции? Что мы ждем от характеристической функции? Мы ждем, что она будет иметь такой вид, какой имеет характеристическая функция распределения Пуассона. Но мы же знаем, как выглядит характеристическая функция распределения Пуассона. Точнее, мы не знаем, но вы это посчитаете. Вы посчитаете и легко ее найдете. Что еще мы знаем? Мы знаем, что кси это независимо. А вот если у нас есть две независимые случайные величины, и мы берем их сумму, то что можно сказать про характеристическую функцию этой суммы?
Так, вот это уже вопрос точно в зал. Вот по определению это вот такая история. Что про нее можно сказать? Ладно, давайте сделаю еще последний шаг. Согласны, да, экспоненту от суммы равно произведению экспонента. Что дальше? Что дальше? Коллеги, ну что? Над ожиданиями. Вот эти случайные величины, они зависимы или независимы? Вот эти две. Независимые, поэтому можно писать через произведение. Поэтому что? Через произведение можно писать, по-моему. Да, конечно. Мат ожидания произведения независимых случайных величин равно произведению мат ожиданий. Ну, это что такое? Это произведение характеристических функций. Итого, мы с вами получили такое замечательное утверждение. Да, но теперь мы вспоминаем вот что. Что характеристическая функция определяет распределение однозначно. Поэтому такое утверждение, что случайные величины кси и это независимы в том и только в том случае, когда характеристическая функция их суммы равна произведению их характеристических функций. Вот такой замечательный критерий независимости. Видите, вообще это классная штука. Почему? Потому что мы знаем для этого, что вообще непонятно, как определять, случайная величина зависимая или независимая. Вероятности можно считать какие-то, но в общем сложно. С другой стороны, про независимые случайные величины у нас было утверждение, что как только две случайные величины независимы, дальше мотожидание их произведения, есть произведение мотожиданий. Так? Но это была импликация в одну сторону. То есть мы знаем, что есть независимость, мы можем что-то сказать про мотожидание. А тут случилось так, что мотожидание произведения равно произведение мотожиданий. Вот случилось так. Можно сказать, что случайные величины независимы? Ну, нет, конечно, в общем случае нельзя. Но оказывается, что если это свойство выполнено для вот таких вот специальных функций, что если вы здесь вот выберете мотожидание произведения, и оно оказывается равно произведению мотожиданий, вот для таких случайных величин, и если это выполнено для произвольного t, то отсюда извлекается независимость. Отсюда следует независимость. Вот это такой очень хороший критерий, эффективный критерий проверки того, что случайная величина независима. Вот, и предлагается, собственно, в задаче 46 его применить. Задача 46. Задача 48 это такая просто задачка на привести пример. А привести пример это всегда хорошо, потому что нужно поковыряться в том, что происходит, и хорошо понять. А задача 49, я не хочу ее сам разбирать, потому что это мы делали, в общем, мы это делали в прошлом семестре, когда преобразование Фурье считали, потому что вас просят найти характеристическую функцию распределение каши, это распределение, которое имеет такую плотность. То что вам нужно делать? Вам нужно преобразование Фурье посчитать. Преобразование Фурье вот такой функции. Преобразование Фурье вы считали? Преобразование Фурье считается с помощью вычетов, как вы помните, да? С помощью вычетов. Нужно выйти в комплексную плоскость, какие-то контуры там рисовать. И мне кажется, что вот такой функции наверняка считали преобразование Фурье. Поэтому нужно просто вспомнить, как это делается. Ну, вот здесь еще вопрос такой, что у вас получилось, что характеристическая функция не дифференцирована в нуле. Вопрос почему? Вопрос, почему так получилось? Ну, это такой вопрос на подумать. Так. Все, давайте заканчивать. Если нет никаких вопросов, если есть, то задавайте. А пока вы думаете, есть вопросы или нет, я пишу наше будущее. Собственно, в следующий раз я очень рассчитываю на то, что вы обдумаете все эти домашние задания, и в следующий раз мы по этим задачам поднимемся быстро, достаточно быстро. И никакую теорию я больше повторять не буду, потому что после этого нам нужно будет быстро перейти вот сюда, и решить пару задач про условное мотожидание. Условное мотожидание – это тяжелая тема. Это действительно тяжелая тема, и что я вас еще прошу сделать, это прослушать кусок лекций, либо прочитать
И это хорошо написано в Ширяеве. Было, но хорошо. Про условное мотожидание. Собственно, это вот то, что на лекциях происходит прямо сейчас, насколько я понимаю. Более-менее. Вот, про условное мотожидание. Это тема, которая всегда очень тяжело заходит. Но она важная и как-то... В общем, и времени у нее всегда остается мало. Это одна из причин, почему она всегда заходит. А дальше это будет, собственно, что? Это будет занятие 10-го, и все-таки занятие 13-го нужно будет сделать. Я вначале, те, кто еще не пришел, в начале семинара мы договаривались о том, что 17-го контрольное, а 13-го сделал дополнительное занятие в понедельник. Контрольное в пятницу вместо семинара, а в понедельник сделал дополнительное занятие, чтобы успеть вот это дело порешать. Потому что вот эти задачи, это задача, собственно, центральной предельной теоремы на закон больших чисел, и как-то без этого грустно. Так. Ну, вот так, да. Все, давайте тогда заканчивать. До свидания. До свидания. Спасибо, до свидания.